Всем привет, я Павел Радонцев, директор проекта Комедос, и сейчас я буду делиться с вами своими любимыми песнями. Начнем с классики нестареющей AC/DC TNT. Мощнейший трек, который знают все адекватные люди на Земле. А если не знают, значит они не адекватные. Cause I'm TNT, I'm dynamite. We didn't wait. Следующий трек — это «Годы танцевальной юности моей», формат B, Rabbit Hunt. Мощнейшая жесть. Old school. Жесть. Еще в списке любимых моих песен есть песня Bon Jovi It's My Life. И люблю я ее, потому что у него чертовски огромный рот, и он каждый раз его рвет, когда поет эти песни. И выглядит это чертовски круто. А еще одна нетленочка в нашем списке — это группа Queen, I Want It All. Это трычище, которое меня определяет как личность. Я в натуре все хочу, и хочу это сейчас. Ну и плюс, Queen — это Queen. А трек, который, с которым я ассоциируюсь, многих друзей, которые меня знают давно, в годы моих отчаянных хождений по всяческим тусовкам, это Армин Ван Хелден, ма-ма-ма-ма. Сейчас двоих человек вообще порвало. Четверых за душу взяло. Короче, в моем плейлисте очень много треков, которые являются основой современной музыки, то есть всех танцевальных и прочих зон ремиксов и так далее. Это вся музыка, которая написана в конце 80-х, начало 90-х годов и является нетленками мощнейшими. Мне как нравится оригинал, так и ремиксы на них, не все, конечно, но есть хорошие. И песня с таким же названием уже звучала, It's My Life, но только в исполнении доктора Албера. Это мощнейший трек, с ними связано дискотеки в зеркальных залах ДК Петра Дубрави. Ну и прочие кафешки из 90-х ужасные. Вот. Ну, конечно же, в этом списке нельзя обойтись без отборнейшего драм-н-бейса. Конечно же, это Pendulum, замечательным треком Blood Sugar. Окей, fuck it, I like it's drum and bass, what you gonna do? Ну, конечно же, в этом плейлисте должна быть хоть одна песня на русском языке, и эта песня сумасшедшая, как и все, что связано с моими музыкальными пристрастиями. «Холодная луна», «Беззубый Шура», но тогда он еще был беззубый, и тогда эта еще песня была крутой вообще. Но для меня она осталась до сих пор обалденной. Почему «Холодная луна»? Эти тапки в этом клипе, этот мохнатый воротник в моей юности мне просто оторвал как-то мозг. Обалденный трек. Ну и последний трек я бы поставил на первое место, потому что это трек мощнейший, просто колоссальный. У людей моего возраста и духа он будоражит сознание каждый раз, когда звучит. Он называется «Push the Tempo». Да, и от него трясутся руки, попкорны. Не от Паркинсона, а именно от этого трека. Fat Boy Slim, Push the Tempo. Читаю я мало, можно сказать, вообще не читаю, особенно книг, так всякую фигню только. Но любимая книга у меня есть, это Тибор Фишер, это философ из «Большой дороги». Очень классная штука, было бы здорово когда-нибудь ее экранизировать. Потому что книга обалденная. Самое главное, она меня заинтриговала своим началом. Ну, почитайте, чего.
буду вам рассказывать никаких спойлеров. Сбор Фишер, философ с большой дороги. Мой любимый фильм, я на самом деле в этом старовер, у меня фильмов любимых просто очень много. Но фильм, который я могу смотреть до дыр, это, наверное, «В бой идут одни старики». Много там всякого Марвела, Warner Brothers и так далее, но вот это действительно фильм. «В бой идут одни старики». Это был смачный плейлист моей любимой музыки. Ну, ее, конечно, гораздо больше, чем помещается в это видео. В общем, слушайте хорошую музыку. С вами был Павел Радонцев. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, репостите. Сейчас же. Пока!